Он был кумиром своего поколения, символ знаменитого линкома, актер невероятного таланта, кого бы героя, романтика или злодея он не играл. Сегодня 65 лет со дня рождения Александра Абдулова. Он ушел из жизни в 54, но остались десятки фильмов и спектаклей. Его по-прежнему любят миллионы зрителей. О яркой биографии Дмитрий Кайстра. Вечер памяти Александра Абдулова проходил в знаменитом линкоме, театре которому народный артист отдал всю жизнь. Спасибо, Саша, за все, что вы сделали для Московского театра линкома, для нашего кинематографа и для нашего искусства. Он пришел в линком в 1975-м после окончания ГИТИСа и за 30 с лишним лет создал на знаменитых подмостках целую галерею незабываемых образов. Когда он пришел, он был мальчишкой совсем. В списках не значился. Это было просто открытие. И с этого началась его дорога. Дорога к звездам. Сашка великий артист и замечательный человек. И мне его очень не хватает. Тот человек, который иногда в азарте, в страсти не думал о последствиях, это было прекрасно. А Абдулов был абсолютно горящим таким Ланселотом. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником? Ребят, вы чего? Ребята! Мы запомнили его самым обаятельным и привлекательным, изобретательным гением и незадачливым чародеем, смешным авантюристом и влюбленным романтиком. А мне жить негде. С предками полагался на всю жизнь. За него переживала вся страна. В родной линком приходили мешки писем с пожеланиями здоровья. Футболисты «Спартака» вышли на матч в майках с его портретом и надписью «Верим в победу». Как говорил Юрий Владимирович Никулин, мой любимый клоун, когда его спрашивали про Мухтара, он постарается. Я постараюсь. В последний раз на публике он появился 13 декабря 2007-го, когда президент Путин вручил знаменитому актеру орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Все время, кого я не вижу, я слышу только одно. Я слышу: Саша, мы с тобой. Поэтому я это чувствую. С болезнью помогала бороться и семья. В 2007-м у Абдулова родилась дочь Женя. Сегодня уже 11-летняя девочка. Она приняла участие в вечере памяти, посвященном судьбе великого артиста и человека. Судьбе, о которой сам Абдулов как-то провидчески скажет. Длину жизни человеку отмеряет Бог, а ширину определяет он сам. Женечка. Дмитрий Кайстра, Валерия Близнякова, Диана Джемилева, Елена Финошина. Вести.